возможно. Переходим к прямой кишке. Тут вот у нас вот, тут находится живот, подлый, прямая кишка, да? Вот, поэтому массируем живот. Очень много стрелок. Все, у кого нет стула, договариваемся со своим животом. Так, не понял, где там, что у нас. Да? Справа точка на три пальца. Вокруг живота везде точки, которая запор ликвидирует. Она поднимает вот отсюда скал, сюда, вокруг. С левой стороны точка, которая выпускает этот скал. Поэтому мы должны обе точки все захватить вокруг пупка. Еще можно на пупок надавить. Всем, кому больно, кишечник опущен. Нажмите на пупок, кишечник опущен. Снова подкрутили. Сегодня долго крутить не будем. С вас 300 раз. Через 300 раз ты чудо выпустишь. Ну-ка улыбайся. Ты капюшон надел, да? Улыбайся, давай. Ну-ка, такой напряженный стоишь. Ну-ка, 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 давай. Веселенький ты же у нас такой, мальчишка. Поэтому улыбайтесь, не забывайте, не забывайте. Смотрите, перед зеркалом вставайте, да? Как Фаина Раневская говорила. Если вы хотите